Ничего нет полезнее и вкуснее классики. Обычные овсяные хлопья я заливаю кипятком, я их не варю, эту кашу. Добавляю сюда вот такой вот состав для мюсли. Сюда входят кокосовая стружка, орешки и клюква сушеная. Я еще добавляю немножко изюма. Получается у меня вот такая каша. Листик это я так для украшения положила. Но листик этот из лимонной герани, которую я очень люблю и уважаю, и которая очень-очень полезна. Попробуйте вы добавлять ее в пищу, потому что она очень... Ее можно добавлять в чай, заваривать чай такой, когда-нибудь сниму видео об этом. Это очень вкусно, полезно и, главное, не вредно, а наоборот. Только укрепляет наш иммунитет и закаляет наш организм. Будьте здоровы и счастливы, улыбайтесь побольше, больше позитива в нашей жизни сделает нас красивыми, здоровыми и энергичными. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.